Студенты и школьники смогли узнать больше о научной журналистике. Лекцию провел главный редактор научно-популярного альманаха Medker.com Илья Кабанов. За час он рассказал о том, как писать заголовки, работать с текстом и дал короткое определение понятию «современная научная журналистика». Научная журналистика – это рассказывание увлекательных историй о очень сложных предметах, которые вдохновляют читателей или зрителей на то, чтобы самим заниматься наукой, самим больше узнавать о науке и, может быть, дальше информацию об этом распространять. Встреча прошла под девизом «Расширить кругозор за пару минут». Каждый имел право высказаться и задать свой вопрос Илье Кабанову. Главная цель мастер-класса – рассказать аудитории, что научная журналистика – не занятая ниша для журналистов. Журналистская деятельность научная очень мало афишируется и вообще публикуется в России. Например, если по сравнению с Америкой, то Америка у нас выходит очень далеко, и это очень печально. Я поняла, что нужно больше писать статей про научную журналистику, читать и интересоваться. В конце мастер-класса организаторы фестиваля «Кстати» подвели итоги конкурса научных новостей. Он проходил на сайте фестиваля с 1 марта по 1 апреля.